Привет-привет, с вами канал Виколь Рукоделие. Сегодня я объявляю конкурс с вот таким вот шикарным призом. Конкурс посвящается дню 8 марта. Участвуйте в моем розыгрыше, выигрывайте такую красивую салфетку с тюльпанами. Она вязалась из 100% хлопка, крючком 1 мм, очень тоненькая и нежная. Имеет размер 50 сантиметров. Подумайте за подарок заранее для своей жены, мамы, тещи, свекрови или подруги. Играйте и выигрывайте. Очень красивая салфеточка. Придаст изюминку в любом интерьере. Розыгрыш я проведу 8 марта, так, в 8 часов вечера. И также все условия, которые нужно выполнить, они будут очень простыми, очень легкими. Я опишу на страничке в Фейсбуке. Ссылочку оставлю в описании под видео. Переходите, берите участие, это будет очень интересно, особенно очень классно получить вот такую вот красивую, замечательную салфетку абсолютно бесплатно. Вам придется заплатить всего лишь за пересылку. Пересылка, как вы знаете, стоит недорого, тем более салфеточка сложится и будет занимать очень мало места. Поэтому я всех желающих приглашаю поучаствовать в розыгрыше, выиграть для себя либо для кого-то, сделать вот такой вот шикарный подарок. Переходите по ссылке, участвуйте в розыгрыше, и я вам хочу сказать, это все реально. Ну, в принципе, и все. Результаты розыгрыша будут также опубликованы на Фейсбуке, на страничке, поэтому не отстаем, участвуем и выигрываем. Все, тогда уже встретимся 8 марта в 20:00 и будем поздравлять победительницу или победителя вот такой вот красивой шикарной салфетки в размере 50 сантиметров. Все, до новых встреч, до новых розыгрышей. Пока-пока!